Не похоже ни на Гаркайна, ни на Фледера. Кровь, но не человеческая. Чудовище было ранено. Из него высосали кровь. Низший вампир. Эри. Похоже, тварь была ослаблена. Пыталась пробраться по берегу. Какая работа, такой дрожь? Здесь след кончается. Поищу-ка на той стороне. Здесь Акима вышла из воды. Ищем другие следы. Тушки крыс. Без единой капли крови. Значит, Акима. Привет, Ламберт. Рад тебя видеть, волк. Решил поохотиться в Новиграде? Тебе же здесь раньше не нравилось. И теперь не нравится. Но у меня тут кое-какие дела. Как с работой? Неплохо. Был у меня выгодный контракт в Ланексетере. Позвали убить великана, а тот оказался лесным троллем и шайкой бандитов. Шайкой бандитов? Надо же. Ну, они прилагались к троллю. Ты говоришь, у тебя здесь дело. Помощь нужна? Может и нужна. Давай об этом потом. Пойдем, заберем награду, я немного спешу. Тебе половина. Так уж и быть, уступаю. Пойдем. И что? А ты как думаешь? Мы сделали свою работу, пора платить. Погодите, схожу к надзирателю и принесу награду. Мы сами справимся, а ты лучше стой на посту. И то верно. Входите. Мы разобрались с чудовищем в доках и пришли за наградой. Ведьмаки? С каких пор вы путешествуете парами?
Одинокого ведьмака подстерегают разные опасности. Например, бандиты. Советую сменить тон. Говори, где искать Бертрама Таулера. Кого? Поверь мне, Геральт, это важно. Мне надо кое-что разузнать. Не знаю я никакого Таулера. Берите деньги за чудовище и выметайтесь отсюда, пока я не разозлился. Где Бертрам Таулер? Последний раз спрашиваю. Стража! В темницу их! С ним больше хлопот, чем с Экимой. Таулер пропал, клянусь. Остальные тоже. Я знаю только, что с Виенной. И что с Виенной? Она круглые сутки пьет у семи котов. Ну вот видишь. Так уж необходимо было его убивать. Да. Сейчас сюда явится еще больше стражников. Пойдем отсюда. Встретимся в семи котах, и там я все объясню. В корчме, где сидит Виена? Ну да, увидимся. Теперь самое время кое-что выяснить. Зачем ты убил Лунда? Что вообще происходит? Хочешь историю подлиннее или покороче? Давай уж, рассказывай все как есть. Был у меня товарищ. Его звали Айден. У тебя был друг? Очень смешно. Мы познакомились, когда я принял заказ расколдовать монстра из Эландера. А Айден взялся его убить. Он был ведьмаком из школы кота. Насколько я помню, монстра все-таки убили. Да. Когда он выпустил кишки из моего заказчика, вариантов не оставалось. Кое-как я договорился с Айденом. Мы объединили силы, оплату поделили пополам. Потом мы работали вместе много раз. Это был лучший человек из всех, кого я только встречал. Ты знаешь, что ты мне нравишься, но ты даже пальцы его не стоишь. И что с ним стало? Как-то Айден принял заказ расколдовать дочку герцога. С самого начала в этом деле была замешана политика. И потом все слишком ненавидят школу кота. Не случайно. Ведьмаки школы кота стали, по сути, наемными убийцами. Айден им не был. Но так или иначе,
При дворе герцога нашлись те, кто желал, чтобы расколдовать его наследницу, не получилось. Отряд хорошо обученных наемников застал Айдена врасплох. И его убили. Среди убийц был и наш надзиратель. А Бертрам Таулер? Он командовал. И это он нанес смертельный удар. Мне жаль твоего друга. Мне от тебя не сочувствие, нужна помощь. И только. Надо поговорить с Виеной. Должно быть, она уже достаточно выпила. Пойдем. Виена? Чего хотите? Мы хотим повидаться с Бертрамом Таулером. А с чего бы мне вам помогать? Для моего друга это очень важно. А что мне за это будет? Для начала я заплачу за твое пиво. А потом посмотрим, насколько ценными будут сведения. Я ходила в банде Таулера. Только когда это было? Я выпала из обоймы. Понятия не имею, где его теперь искать. Он больше не водит дружбу со старыми товарищами. В городе, говорят, он изменился. Таулер изменился? В каком смысле? Порвал со старыми знакомыми. Перестал заниматься случайными заказами. Засел в какой-то дыре и, должно быть, готовится к какому-то большому делу. Кто еще был в банде Таулера? Кроме меня, Зелиса, Хамунд и Лунд. Ну, они разошлись кто куда. Зелиса в Тритогор, Хамунд на Скеллиге, а Лунд... Лунд мертв. Нашла коса на камень. Ну, тогда попробуйте поболтать с Хамундом или с Зелисой. А ты... Расскажи про себя. Я была с белками. Потом отряд мой разбили, и я прибилась к Таулеру. Они никогда не считали меня равной. Я за 100 шагов била из лука воробья. Но для Таулера я была недостаточно хороша. Он всегда предпочитал эту хабалку Зелису. Ты участвовала в убийстве ведьмака Айдена? Может быть. Я не помню. Нам нужны сведения о Хамонде. Он был правой рукой Таулера. Когда шайка распалась, вернулся на Фареры. Он оттуда родом. Теперь пиратствует. С ним, говорят, даже ярлы считаются. И где искать эту Зелису? Она сорвала большой куш. Держит теперь бордель в Тритогоре. Из тех, что для богачей. Девки вытягивают из клиентов сведения, а она ими торгует. Как называется бордель? Черная лилия. У Зелисы всегда был плохой вкус. Ты доволен? Если она ничего не знает, нам придется поговорить с Хамондом и Зелисой. Не ищите Таулера. Если он поймет, что вы идете по его следу, то убьет вас, не моргнув глазом. Это мы еще посмотрим. Что касается тебя... Нет, Ламберт. И верно. Пускай так и остается. А мои деньги? Ублюдки. Ты должен мне помочь, Геральт. Будет лучше, если мы разделимся. Плыви на Скеллиге и попробуй прижать Хамонда. Я поеду в Тритогор и встречусь с Зелисой. Где потом встречаемся? В корчме нигде. Я отправляюсь. Удачи. Thank you.
Неслыханно! Да чего ж кости ломит? Яраль! Приветствую! Вы по какому делу? Я договорился с Розой об уроке фехтования. Геральт из Ривии, правильно? Барышня как раз вышла погулять к храмовому мосту. Просила, чтобы вы к ней присоединились. Интересный, чувствую, будет урок. Спасибо. Опять промокну. Тебе не хватит? Синяки на заднице уже отцвели? Выходи, говорю. В этот раз я верх возьму. Я уже упражнялся со щитом и соломенным чучелом. Гляди же и прими во внимание, что я тебя предупреждал. У меня нет времени давать тебе еще один урок фехтования. В этот раз урок преподам тебе я. Ну что, хватит с тебя? Да, но в следующий раз. Возвращайся к деве Ягодке, пока я не передумал и не пересчитал тебе все кости. Мы еще встретимся. Собирался, собирался и пошел. Ты всегда гуляешь с полком нильфгаардской пехоты? Всегда. Папа велел. Это для твоей же безопасности, Роза. Люди нас здесь ненавидят. И за что это? Что я им сделала? Да хватит об этом. Солдат, можете идти. Но его превосходительство посол Варатре говорил, что... А мое превосходительство говорит совсем другое. Ты его не узнаешь? Это Геральт из Ривии, лучший фехтовальщик Севера. Мне с ним ничего не грозит. Ну, кругом шагом марш. Раз, два, раз, два. Наконец-то. Ну, Геральт, пойдем. Я тебе кое-что покажу. Мы условились об уроке фехтования, а не о прогулке, так что... Знаю, Геральт. Не нуди. Просто иди со мной. Видишь ли, я подумала, что вместо занятий в затхлом подвале мы можем пофехтовать на свежем воздухе. Поединок на мосту, как в романе. Ну, вынимай меч. У меня только серебряный и железный, а мы должны учиться на деревянных? Должны. Но приятнее всего делать то, что нельзя. Разве нет?
Я не хочу тебя поранить. Лучше смотри, как бы я тебя не поранила. Ну, давай, Геральт, защищайся. Что это может быть? Единственное, что ты серьезно ранил мою гордость. Кстати, откуда у тебя взялся интерес к фехтованию? От скуки. Знакомых у меня здесь нет. Отец меня держит в ежовых рукавицах. И все время одни банкеты. Ненавижу банкеты. Ага, разговоры скучные, еда гнусная, выпивка херовая. Вот именно. А с мечом в руках я могу хотя бы немного подвигаться, выпустить пар. Ну хорошо, так что теперь? Возвращаемся домой. Только, Геральт, я понимаю, что это немного невежливо. Извини, но у меня съехал корсет. Ты можешь ненадолго отвернуться? Он мне в кожу впивается. Я понимаю, что женщина должна следить за внешностью. Но драться в корсете, он же сковывает движение. Роза! Зараза, сбежала. А если с ней что-нибудь случится, Варатра оторвет мне башку. Она не могла уйти далеко. В той стороне 7 котов. Ну да, девчонка решила развлечься. Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Далеко ж ты забралась от Нильфгаарда, солнышко. Не знаю, вернешься ли. Это дочь посла Варатре. У нее дипломатический иммунитет. Я не очень понял, что там у нее. Зато знаю наверняка, что ты снюхался с нильфами. А что тут удивляться, Лукас? Ведьмака всегда тянет к чудовищам. А с этой чудой мы еще разберемся. А я тебе скажу, чтоб ты понял. Отъебись от нее. Ну надо же! Теперь уже не только черные желают нам приказывать, но и ведьмаки. Только вот я ни тех, ни других слушать не стану. Хватай его, Лукас! Не стой!
Держите! Теперь ты понимаешь, почему твой отец настаивает, чтобы ты ходила с охраной? Чтобы они могли меня защитить, как ты? Нет. Чтобы до такого не доходило, Роза. Из-за твоих капризов погибли люди. И что? Я должна уронить над ними слезинку? Устроить минуту молчания? Они получили по заслугам, гниды. Урок закончен. Запомни то, чему ты сегодня научилась. Думаю, тебе часто придется обнажать меч. Я не понимаю тебя, Геральт. Почему тебя так взволновала судьба двух пьянчужек? Чем они тебя так тронули? Мир будет лучше без... Я думаю, тебе пора домой, самой короткой дорогой. Понимаю. Будь здоров, Геральт. Удачи на пути. Могу служить. У меня есть немного денег, я хотел бы обменять их на кроны. Вы попали по правильному адресу. У нас самый выгодный курс в городе. Мечи высший сорт. Покажи мне свои товары. Будь здоров. Вот такой у нас. Мечи высший сорт. Покажи мне свои товары.
Будь здоров. Вернулся. Покажи мне твои книги. Бывай. Сам ты готов? Ты едва на ногах стоишь. Выясняй себе одно. Капитан Уолверстон никогда не ходит в море трезвым. Море в одну сторону, Уолверстон в другую. Вот и качает потише. Ну так что, дорогу? Поплыли. Топ. Осталось стременную и на пассажок с удачу. Здоровья мои, Атропос. Поднять паруса! Thank you.
Не подходи, убью. Я смерти не боюсь. Вижу, меня выбросило на Артскеллиг. Откуда ты знаешь? На тебе цвета клана Крайт, а Артскеллиг принадлежит им. Ты плыл на Атропос? Да, я думал, у капитана с вами какой-то договор. Может, с Лугасом он и договаривался, а с Крахом нет. Хотя стоило. У нас тут чужих кораблей не любят. А ты-то чего ищешь на Скеллиге? Встречаюсь с чародейкой. Йеннифер из Венгерберга. В Каэртрольде у Краха гостит какая-то чародейка. Может, она самая и есть? Кажется, не слишком ты ее жалуешь. И правильно, кажется. Говорят, она обвела Краха вокруг пальца и вертит им, как хочет. Страшно гнусная баба. Командует всеми. Одно слово — ведьма. Как выглядит эта чародейка? Одета в черное и белое. Если б не сиськи, можно было принять за касатку. Хотя и с сиськами ее многие спихнули бы обратно в море с большим удовольствием. В Йеннифер много хорошего. Надо только узнать ее поближе. Не сомневаюсь. Знаешь, как попасть в Каэртрольде? Как-нибудь попаду. Держи путь на север. Потом повернешь к западу, в сторону залива, и придешь к мосту. Ярл сегодня в порту, и твоя чародейка должна быть тоже там. Спасибо. До свидания.